Приветствую всех на моем канале. С вами мама Лена. Вот и закончился очередной год. Наступает новый высокосный 2024. Хочу поздравить всех дорогих моих подписчиков и слушателей с этим праздником. Что бы ни происходило с нами в ушедшем году, какие бы испытания ни готовил год грядущий, я считаю самым важным, чтобы мы жили своей жизнью, чувствовали, радовались, замечали и несли тепло, поддержку, любовь во всех ее проявлениях. На нашем жизненном пути мы часто оказываемся на развилке и сомневаемся, куда, в каком направлении двигаться дальше, какое решение будет верным. Хочу пожелать, чтобы ваш выбор исходил из внутреннего покоя и убежденности, что все правильно. Это ваше истинное решение, без давления необходимости, на основе ваших приоритетов, желаний, ценностей, стремлений. Слушайте ваше «Я», слушайте ваше сердце, интуицию. Побольше веры в себя, надежды на лучшее и любви к себе, к другим, к самой жизни. Пусть ваши цели достигаются вами, а желания сбываются. Попутного всем ветра, поддержки Вселенной и выше, радости, любви, здоровья и благополучия в новом году. Благодарю всех за лайки, подписку, внимание и до новых встреч!